Крупное ДТП на проспекте Фридриха Энгельса собрало пробку в час пик. На проспекте рядом с остановкой Суховский мост столкнулись две иномарки и два троллейбуса. ДТП перекрыло все четыре полосы движения по направлению от Суховского моста до Текстильной академии. Чтобы объехать затор, водителям приходилось выезжать на разделительную полосу. По имеющимся данным, пострадавших нет.